Ну а тем временем коллективу Минприроды сегодня представили нового руководителя Набиуллу Карачаева. Бывший глава ведомства Гасан Идрисов назначен на пост заместителя председателя правительства. С назначением чиновников поздравил Абдусамат Гамидов, представляя нового министра. Гамидов отметил весомые профессиональные и личные качества Набиуллы Карачаева. С 2008 года он возглавлял управление Россельхознадзора, ранее трудился на различных ответственных должностях. У вас хороший коллектив, хорошие люди, наслышан, опытные люди, поэтому, я думаю, совместно с этим коллективом вы вот те задачи, которые сегодня перед правительством ставит глава нашей республики, я думаю, совместными усилиями с этими задачами мы вместе справимся. Спасибо. С вашей помощью, с прекрасным коллективом.